полмиллиона на реализацию идеи могут получить молодые ученые Югры. В округе продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Умник». От студентов и аспирантов ждут коммерчески ориентированные проекты. Полуфинал конкурса пройдет по 5 направлениям. Информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, а также биотехнологии. Самые достойные выйдут в финал, который пройдет в середине октября. Отмечу, что за 6 лет в конкурсе приняли участие более 200 молодых ученых региона. Сейчас свои проекты реализуют 26 умников Югры.